Коллеги, наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Tech. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Меня зовут Рахманов Анатолий, я директор по франчайзингу сети салонов Tesser. Очень интересно, расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее. Сеть салонов Tesser – это новое направление в отделочных материалах. Мы продаем керамическую плитку и керамогранит через визуализацию интерьерных решений, которые можно посмотреть в том числе в виртуальной реальности. Получается, как раньше мы выбирали плитку, смотрели на одну и представляли, как это будет смотреться на целом полу, то теперь мы можем увидеть непосредственно свой интерьер уже заранее. Свой уникальный интерьер, да. Более того, принять решение об изменении в реальном времени. Посмотреть, как это будет смотреться. Более того, мы сейчас приступили к выпуску собственной торговой марки под брендом Laparet. Это будет самый интересный модный бренд в керамике и керамической плитке. Мы его производим на 14 площадках в разных странах мира, но что интересно, это полностью цифровая продукция, которая производится с применением новейших технологий, поэтому есть возможность воспроизвести полностью все оттенки натуральных камней и так далее. Это реально интересно. Получается. Вас, кстати, в салон. С удовольствием. Тогда расскажите, пожалуйста, как вам выставка? Успели бы походить? Может быть, какие-то интересные решения участников тоже могут быть применимы у вас? Ну, во-первых, хочу поблагодарить организаторов за то, что впервые за долгие месяцы появилась возможность офлайнового участия. Это бесценно. Конечно же, я рад, что большинство компаний поддерживают цифровую трансформацию. Мы также идем в сторону диджитализации. При этом я прекрасно понимаю, что в ближайшее время большинство стандартных розничных офлайновых сетей будут претерпевать значительные изменения, которые связаны как раз с цифровизацией нашего бизнеса. Поэтому это, конечно, прекрасно. Да, и мы все надеемся, что это, конечно же, к лучшему. Спасибо вам большое за такое общение. Надеюсь, до встречи в следующем году нашей выставки. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего удачи.